Списки являются одной из самых базовых фундаментальных структур для Haskell и для функционального программирования. Подробно про библиотеку функций, которые работают со списками, мы будем говорить позже. А сейчас необходимо упомянуть две очень часто используемые важные операции над списками. Это операция добавления элемента в голову списка и операция конкатенации двух списков. Обе эти операции реализованы с помощью операторов. Оператор добавления элементов в голову списка – это оператор двоеточия. Например, мы можем задать такую константу строковую, написав сначала символ h, и затем оператор добавления элементов в голову списка и хвост этого списка. Мы хотим сейчас сконструировать строку hello. Хвост этого списка представляет собой строку hello. Мы задали такую константу, теперь мы спрашиваем, чему равняется значение этой константы, и мы получаем то, чего ожидали, строку hello. Итак, оператор двоеточие – это оператор добавления элементов в голову списка. Левым его аргументом служит элемент списка, а правым аргументом – целый список. Следующий оператор, который мы хотим рассмотреть, это оператор конкатенации двух списков. Это два оператора плюса, идущих подряд. С помощью такого оператора мы можем из двух списков одного и того же типа собрать список того же самого типа, но более длинный. Ну, например, если мы хотим собрать строку Hello World, мы можем использовать уже собранную нами строку str и добавить сюда пробел и строку word. Слева и справа у меня стоит списки, причем списки одного и того же типа, списки элементов типа char. Поэтому оператор конкатенации работает и возвращает нас интересующую строку. Ну, естественно, синтаксис нужно блюсти, поэтому здесь нужно добавить буковку L. Вот так.